Так, давайте сейчас поглядим. Блин, вот он опасный, конечно. Давайте сейчас за ним пойдем. Сейчас мы его там по-тихому придушим. Давай, 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 иди сюда. Так, задушить. Один нож есть. Давай, 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 клади его быстрее, потому что сюда сейчас кто-нибудь еще может пойти. Очень даже запросто кто-нибудь может пойти. Так, три здесь. И напомню, друзья, щелкуны очень опасные. Пожалуй, сейчас не буду я... Пожалуй, не буду сейчас активировать фонарик. Вон они. Две девчонки сидят у нас там наверху. Отсиживаются. Ну да, в общем-то, я согласен. Это мужская работа сейчас. Так, ну что, золотой? Ты пойдешь сюда ко мне? Ой, там очень опасно. Очень-очень-очень опасно их трогать. Потому что их там сразу несколько. Ну, немножко проредить их. Хотя бы двоих оставить. А там уже будет явно попроще нам. Так, куда он идет? Так, золотой, уходи в другую сторону. Тот вообще куда-то пропал. А, вон появился. Все, пошел. Главное сейчас никого... Блин, господи. Показалось то, что меня все-таки засекли. Сейчас попробую его тихо-тихо-тихо снять. Помедленнее. Давай-давай-давай, уничтожай его быстрее. Так. Ну что же, еще одного мы с вами сняли. Теперь, я думаю, попроще все здесь должно быть. Фух. Так, щелкун. Там по-любому среди них такой тип есть. Как бы тут попроще с ними. Можно, конечно, попробовать с ними в схваточку вступить. Но это, друзья, очень-очень чревато. Очень чревато большими неприятностями. Да, труба у нас, смотрите, будет... Труба у нас будет понадежней. Можно использовать также в качестве отвлекающего маневра... Ну, что-нибудь можно использовать. Так. Так, давайте я сейчас вот затем все-таки попробую угнаться. Ух ты ж, батюшки мои. Так, убегаем. Да, здесь только убегать. И нафиг пистолет дайте мне. Пистолет! Так, побежали. Блин, там щелкун гребаный. Но, слава богу, он... Он не такой быстрый. Так, положили. Положили. Убегай, убегай, убегай быстрее. Щелкун жестко может прижучить. Фух, пронесло, друзья. Я вам скажу. Так, открыто. Но он сейчас в любом случае пойдет, наверное, в нашу сторону. И он здесь у нас последний. Давайте попробуем сейчас вот так вот. Вот здесь спрятаться. Он пошел в обратную сторону. Его только ножом, наверное, стоит подбить. Дайте подойду. Давай. Трубой. Отлично. Ну что ж, трубу мы почти с вами использовали, но на несколько ударов она еще подойдет. Знатно, что не потратили мы с вами патроны на него. Но опять же, это один из самых опасных видов зомби здесь. Потому что, если его очень близко подпустить, то он убивает персонажа с одного укуса. То есть сразу накидывается, вы ничего сделать не сможете. Но если мы с вами прокачать сможем, то там уже нам станут доступны новые приемы, с помощью которых мы, ну, как минимум, сможем от таких
зомби отбиваться. Поищем. Ну, слава богу, здесь можно таким образом восстановить здоровушка. Что у нас там по ножам? Ну, один нож у нас есть. К сожалению, пока дополнительные ножи создать не можем. В общем, малой кровью мы здесь, скажу я вам, обошлись. Очень радует то, что щелкуны не очень они быстро перемещаются. То есть можно просто убежать и спрятаться от них. Так, еще один патрон на револьвер. Так, ну что там, девчонки? Идут за мной? Ну, нет, пока там бродят. Кстати, позвольте, я вот здесь вот хочу проверить. Так, сейчас на всякий случай обойду все вот эти места еще раз. Здесь нам, да, нет места, потому что мы с вами здоровье восстановили полностью. И... Сейчас, да. Вот здесь 4 патрона у нас для револьвера. Про которые я, кстати говоря, вовремя вспомнил. Все, теперь наверх. Не, ну труба, конечно, хороша, друзья. Надо держать, потому что все равно этот шкаф... Погоди. Он спустится туда по двери, они не смогут ее открыть. Да, должны мне помочь. Отлично. Так. И наконец-то мы с вами находим спирт. И сделаем себе еще. Видишь? Все путем. Ага. Аптечку. Итого с вами имеем 2 штуки. Здорово. О, гляньте-ка. Сейчас и ножи сделаем. Круто. Так, а это у нас нет. Показалось, что это сейф. Но ни капли не сейф. Нет, не получается пока сделать ножик. Ну, ничего, с вами потерпим. Что у нас с оружием? 9 Опа. Патронов. Что там? Опа. Спуститься, что ли, никак нельзя? Можно спуститься, ну, вот здесь тормозим. Слева есть спуск. Можно пролезть. Осторожно. Ну и дальше вниз. Эх ты ж, снова щелкун, что ли? Дайте-ка я прислушаюсь. Я тут подумала, вернем оружие и сможем немного пожить спокойно. Что я слышу? Ведь ты сам всегда предлагал залечь на дно. Да, ты все не соглашалась. Ну, теперь соглашусь. Поживем, увидим. А, вот сюда дальше. Только один момент. Нет ли тут каких-нибудь интересных тайничков? Нет. Там перелезть не получится. А вот здесь, похоже, что-то мы с вами сейчас найдем. Ну, как минимум, алкоголь. А дальше там... Что у нас... Ага, есть лезвие. И забрали еще с вами капсулы. 5 капсул. Круть. Вот почему важно обыскивать. В общем-то, получается, каждый уголок. Так, секунду. Да, все в порядке. Сюда. Пока все в порядке. И вот тут еще что-то есть. Слушайте, зачем они нам столько сейчас дают деталей? Второй нож готов. Третья аптечка? Подождите, ну зачем нам 3 аптечки сейчас? Давайте не будем перегружать нашего персонажа.
Они так быстро спустились, мне почему-то показалось, что это не наша, а кто-то другой там шарится. Так, секундочку. Вот здесь, смотрите, еще. Сейчас подберем. Клево. Итого, надо поглядеть. 25. Скорость создания предметов. Ну, я бы, честно говоря, что-нибудь на оружие прокачал, потому что больше предметы, то, что они создаются с такой скоростью, меня это не волнует пока что, потому что мы с вами предметы создаем, в общем-то, в спокойной, очень, я даже бы сказал, обстановочке. Цикады. Да. Похоже, дела у них и тут хреново. Ну и, наконец-то, коктейль Молотова. Одним коктейлем можно поджечь сразу несколько противников, и плюс враги могут поджигать друг друга. Здорово. Для нас все-таки компоненты такие же, как и для аптечек. В общем-то, нам здесь тогда повезло, потому что мы сейчас можем, ну, например, сразу парочку коктейлей создать. Давайте создадим. И, наверное, еще третий коктейль. Мне кажется, он пригодится нам больше, чем аптечки. Ну, две у нас в запасе есть, и этого пока вполне достаточно. Ну что ж, переключаемся на оружие. Здесь за колонной у нас кирпич валялся, он нам пока что не нужен. И, скорее всего, тут либо медальон, либо очередная записка. Сейчас мы ее прочтем с вами. Карта цикад. Встречайте вторую группу цикад у Капитолия. Девочка, рост 160, 14 лет, рыжие волосы. Это как раз про нашу Элли, говорится здесь. Видишь, это не наши. Твою ты дивизию. Черт. Мы почти у выхода. Ладно, Джоэл, ты вперед, я прикрою. Элли, держись рядом, не отставай ни на шаг. Угу. Не зевай. Понял. Щелкуны слышат вас, даже если вы присели и крадетесь. Ну вот, если помедленнее крастись, то... больше вероятность, что вы доберетесь до цели. Так, отлично, еще два патрона. Ой, как не хочется, чтобы нас кто-нибудь заметил. И я надеюсь, он все-таки пойдет сейчас не в мою сторону. Так, посмотрим, сколько их здесь сейчас услышим. Значит, один обычный зомби. Там у нас чуть левее. И очень опасный щелкун. Как вы относитесь к тому, например, чтобы... Вот сейчас... Тихо, Элли, ты что делаешь? Как вы относитесь к тому, чтобы, вот, например, сейчас здесь их всех и поджечь? Давайте. Ну, давайте, подбегайте. Что, никто не хочет? Слушайте, неужели никто не услышал? На какое плечо переложиться лучше? Дайте-ка я еще одну тогда бутылку возьму сейчас. Ух, мать вашу. Блин, сразу там два щелкуна у нас. Ну что, давайте попробуем еще разок. Тогда туда вот запустить. Давайте вот сюда раз. Давай. И вот так вот запускаем. Сколько? Двоих поджег там, я надеюсь. Да, похоже, два у нас слегли. Ну, шуму мы с вами наделали. Наделали очень многое. Давайте, бегите в огонь. Молодец. Загорайся. Так. Давайте вот так вот запускаем. Крутая тень. Короче говоря, зомби здесь интеллектом не отличаются. В общем, хорошо, что заранее я сделал эти коктейли все, потому что быстро с ними со всеми разобрались. Но я уверен, что это не последние здесь на этом уровне. Продолжаем с вами аккуратное передвижение. Даже не знаю, стоит ли сейчас здесь включать... Так, не стоит явно. Явно не стоит, потому что там вот на углу кто-то уже виднеется. Так, бутылку заберем. Очень хорошо она отвлекает этих зомби. Записка и патрон. Записка Дереку. Давайте поглядим. Дерек из книжного магазина разрешил нам пользоваться сейфом. Когда закроетесь на ночь, положите туда мои вещи. 3-43-78. И мы с вами начинаем, дорогие друзья, искать сейф. Поехали. Где-то он здесь по-любому должен быть. Ну и
Мы продолжаем с вами аккуратно здесь перемещаться. Стараемся не привлекать к себе лишнего внимания. Ух, дымятся, круто. А с этого что выпил? Выпало кирпич. Он кирпич отложил, увидев то, что происходит здесь. Так, вот этого хотелось бы, конечно, вальнуть. Ему как-нибудь можно будет аккуратно подкрасться? Я даже не знаю. Можно, конечно, попробовать. Дайте-ка все-таки попробую подойти. Так. Тихо, девочки. Тихо. Так, это мой. И удушение. Я же надеюсь, это не щелкун? Положили, слава богу. Это был не щелкун. А то тот бы сразу выбрался бы и надавал нам люлей определенно. Так, пусто. Дальше смотрим. Пока все чисто. Проходим. Даже, наверное, пока можно включить фонарь. А, слава богу, на свет они не слишком хорошо реагируют. Здесь немножко посветлее. Так, есть вон там еще один у нас стоит. Обалдеть. Но у нас есть нож. У нас есть нож. И не сможет он прям быстро сюда так перескочить. Господи, как же здесь опасно, а? Тихо, 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 тихо. Только без паники давайте. Сейчас мы здесь совсем разберемся. Бляхмуху, посмотрите, сколько их там. Обалдеть. Обалдеть, что их так много? Так, ну по-любому того щелкуна надо валить сейчас. В общем, три точно здесь зомбака у нас есть. Как бы его по-тихому положить. Потому что если сейчас на уровне здесь его убьем, то тот сагрится. Давайте посмотрим, куда он будет двигаться. Он слепой. Он слепой. Нас он не увидит. Даже если мы будем находиться прямо перед ним. Давайте-ка, знаете, что сделаем сейчас? Мы туда... Вот сюда мы сейчас подкинем бутылочку. И, наверное, еще разочек подожжем их. Так, что с тем? Ну, тут вроде... Боже, Джоэл! Тот как стоял, так он и стоит. Фуф. Побольше бы нам, конечно, попадалось спирта и... И тряпок. Вот спирт. Вспомнил, вот и оно. И ножики тоже будем с вами делать. Здесь у нас что? Бутылка. Очередная бутылка. Так, а вот он сейф, про который они говорили. Комбинации есть, поэтому здесь все открыто. Здорово. Забираем. Тут что-нибудь есть? Ничего. Ну и все, и кирпич. Короче говоря, надо идти дальше нам. Давайте сразу поглядим. Пока ничего, к сожалению, создать нельзя дополнительно. В общем, будем пока что собирать. Ну, если тот последний, то сейчас мы с фонарем быстро все здесь обойдем с вами. Осмотрим. Да, здесь еще есть какое-то помещение, которое раньше представляло собой магазин. И как-то нам нужно сейчас то ли того щелкуна выманить. Я не знаю, что нужно сделать сейчас, потому что вроде бы он стоит даже к нам лицом. Можно сделать проще. Можно просто сейчас достать пистолет и попробовать, ну, скажем, попробовать его убить. Для этого, сюда. Я думаю, что поближе мы стоит ему подокрасться, потому что издалека, пуля может и не достичь цели, даже если мы точно с вами прицелимся. Так, я надеюсь, они мне здесь помогут. Ну что ж, давайте попробуем хедшот засадить ему. Посмотрим, что произойдет. Убивай. Убили. Слушайте, а какой он сложный. Вы гляньте, мы высадили в него то ли 5, то ли 6 пуль. Жестко. Жестко, друзья.
В следующий раз, я думаю, что в этой ситуации можно попробовать взять кирпич и оглушить его. Например. Может быть, из этого что-то могло получиться. Но, с другой стороны, вот эти щелкуны, они сейчас, учитывая непрокаченность нашего персонажа, настолько опасны, что лучше потратить эти патроны и избавиться от него, чем рисковать жизнью и своей, и вот этих вот девчат. Так, а что у нас там? Тихо. Что у нас там с револьвером? Ну, вот на револьвере 8. Давайте пока его... Разошелся-то!